мама не дает денег на новые комплектующие, а ФПС в играх все меньше, тогда вы пошли по адресу. Я понимаю, что ФПС со дна до небес. И как же, узнаете в этом видео. И да, никакой замены комплектующих в этом видео не будет, все видео реальные и геймплей снят мной. У меня довольно средненький ПК, учитывая начало 2017 года. GTX 750 Ti и AMD FX 6300. Но эти комплектующие пока еще тянут. Но не просто так тянут, а потому что я выжил из них всю мощь. Первым пунктом идет очищение ПК от пыли, потому как из-за пыли происходит перегрев, а из-за перегрева понижение частоты, опять же перегрев комплектующих и поломка комплектующих. Думаю, объяснять, как очищать ПК от пыли, никому не надо, и все и так это, я думаю, знают. Но перед пополнением следующих пунктов лучше именно сделать вот этот. Но если вы, конечно, это можете сделать, и вам не знаете ли трудно. Открываем архив Core Packing, достаем из него на рабочий стол или куда вам угодно файл реестра, активируем его, да, все, совсем соглашаемся, потом заходим в панель управления, электропитание, настройка схемы управления, изменить дополнительные параметры питания, питание процессора и просто делаем как у меня. Объясняю, почему именно так, я не буду, просто делаем как у меня. Третий пункт, один из самых опасных, это разгон видеокарты. Но если его сделать, может прибавиться немало FPS. Главное, чтобы видеокарта не перегревалась. Пользуюсь будем программой NVIDIA Inspector. Извините, но AMD видеокарт в наличии не имею, поэтому способ разгона смотрите у других. Заходим в NVIDIA Inspector и постепенно прибавляем частоту, пока не начнут идти артефакты. Заодно проверяем артефакты в самой игре CSGO, к примеру. Потому как артефакты, признак перегрева, значит вы что-то понаставили слишком запредельное для вашей видеокарты. У меня вот такая-то частота, но даже если у вас такая же GTX 750 Ti, это не значит, что она вам подойдет. Последним пунктом идет очищение темп файлов. Темп файлы лучше очищать не циклинером, хотя можно и циклинером, но циклинером можно и ПК поломать. Да, такие случаи были. Но не со мной, конечно, но такие были. Вот, вы сейчас видите на экране два расположения темп папок. Все из этих папок удаляем сочетание Ctrl-A и нажимаем кнопку Delete. То, что там не удаляется, это мы не трогаем, это просто не удаляется. Так это станка, где могут сидеть и вирусы. Ну, могут, но очень маловероятно. И переходим к последнему бонусному пункту. И последний бонусный пункт специально для обладателей Windows 10. Заходим в пуск, ищем приложение Xbox, там вводим все свои данные, заходите в настройки и вырубайте DVR для игр. Это функция, как бы, такой камушкой, такой фрапс, который всегда работает, если у вас было мало FPS на Windows 10, это именно из-за этой функции. Она очень реально сильно проседает с производительностью, если его не выключить. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, будет очень приятно, вам сложно, мне приятно, что там еще говорят, я не знаю. Я надеюсь, что видео помогло, и ваш FPS поднялся до небес. Ну, конечно, может, не совсем до небес, но, как минимум, поднялся со дна. С вами был Дэн. Рус. Всем пока. Ур.